Тех же авторов. Это такое, ну это вот у Ольги Рудянова тоже такой небольшой цикл, из которого, ну там, в общем, из нескольких стихотворений я собрал одно. Вот, то есть это было несколько стихов, у меня это было тоже как бы в проектах несколько песен, но из них вот получилось что-то вот такое. Что за горе Мандрагора, что за город мой прекрасный, что за город? Ну поймайте же его, он так колотится от стекла в это солнце, в эту жесть, в этот желоб Владостока, в эту жалость, в эту нежность, в этот город воробьиный, дух трамвайный черубина, от кромешной черубины. В этом городе не правит нам руками не поймать то, что хочется потрогать и сломать. А поймаешь просто птах, о ком отчаяние и страх, а ну кому она нужна? Город бредит мокрым мартом и придет по странным картам, по трамвайным путям весна. В пятом часу утра в марте отыскиваешь на карте город, квадрат, двора, окна, потом одно окно. На стекле налеплены криво лист альбомный, я никогда не забуду Рио-де-Жанейро и жар любовный. В этом городе неправедным руками не поймать то, что хочется потрогать и сломать. И в завершение этой сказки я хочу сказать вам, что вы хорошо устроились, мусорные воробьи, городские сумасшедшие, анхель и анхель, у вас весна. Поэтому я никогда не забуду Рио-де-Жанейро. В пятом часу утра в марте отыскиваешь на карте город, квадрат двора, окна, потом одно окно. На стекле налеплены криво лист альбомный, я никогда не забуду Рио-де-Жанейро и жар любовный. На стекле налеплены криво лист альбомный, я никогда не забуду Рио-де-Жанейро и жар любовный.